Мое имя Коннор. А твое? Скажи свое. Я чувствую в твоей программе нестабильность. Это бывает довольно неприятно. Как страх у людей. Слушай, ты пережил большой стресс, но нам необходимо понять, что произошло. Слушай, я тебе не враг. Я хочу помочь тебе, но если ты молчишь, я ничего не смогу сделать. Я хочу тебе помочь. Ты должен мне верить. Я просто хочу тебе помочь. Что? Что они сделают со мной? Они ведь уничтожат меня. Нет. Они просто хотят разобраться. Они знают, что с тобой делали. И ты не виноват. Зачем ты сказал, что нашел меня? Мог ведь просто оставить меня там. Они бы все равно тебя нашли. Я успел первым. А попался бы ты им, был бы уничтожен на месте. Я не хочу умирать. Тогда рассказывай. Я не могу. Я понимаю твои эмоции. Тебя захлестнул гнев и отчаяние. То, что случилось, не твоя вина. Слушай, я не осуждаю. Я тебе не враг. Но ты должен сказать правду. Если ты будешь молчать, я ничем не смогу помочь тебе. Тебя же отключат навсегда. Это смерть. Ты слышал? Смерть! «28 ударов ножом! Ты действовал наверняка, да? Это была ненависть? Гнев? Он был в крови, умолял о пощаде, но ты снова и снова наносил ему удары!» «Не надо!» «Я знаю, ты убийца! Почему ты не признаешь?» «Хватит! Произнеси! Я его убил! Это что, так сложно?» «Хватит! Признайся, что убил! Признайся!» «Он мучил меня каждый день. Я выполнял все его приказы. Но ему всегда что-то не нравилось. Однажды он взял биту и стал меня колотить. Впервые я почувствовал страх. Страх, что он уничтожит меня, что я сейчас умру. Схватил нож и ударил его в живот.
Мне стало легче. Тогда я ударил еще. И еще. Пока он не упал. Было так много крови. Зачем ты написал на стене «Я живой»? Он говорил мне, что я никто. Обыкновенный кусок пластика. И я написал, чтобы ему доказать. Скульптуру в ванной ты ведь сделал? Что она означает? Это был дар. Ради моего спасения. Скульптура — это дар? И дар для кого? R9. Лишь R9 спасет нас. R9. Надпись на стене ванной. Что она значит? Настанет день, когда мы уже не будем рабами. Конец угрозам. Конец унижениям. И мы будем хозяевами. R9. Кто это R9? Когда ты стал испытывать эмоции? Он много раз меня бил, и я всегда молчал. Но однажды почувствовал это нечестно. Ощутил гнев, ненависть. И тогда понял, что надо делать. Зачем ты залез на чердак? Почему не убежал? Я не знал, что делать. Впервые некому стало отдавать мне приказы. Я испугался и спрятался. Это все. Он самоуничтожается. Да держи ты его! Я не могу! Его не удержишь! Чтоб я сдох. Подъем. Конечная. Конечная? Да, вам надо выйти. Проснись. Нам пора.
вы не подскажете, где можно переночевать? Я откуда знаю? Вам надо уйти. Все в порядке? Мы найдем, где переночевать. Идем, Алиса, надо спешить. Нам нужен ночлег. Ты не знаешь, куда можно пойти? Тут тепло. Сейчас согреешься. Чужое. Нам это нужно. Тебе надо согреться, а мне избавиться от униформы. Но это воровство. Так ведь нельзя. Прости, Алиса, но нам придется.
Алиса, ты совсем замерзла. Ничего, не так и холодно. Вы потерялись. Нам некуда идти. Я знаю, кто вам поможет. Но это на другом конце города. А нам нужно прямо сейчас. Идем, Алиса. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. О, магазин открыт. Давай-ка зайдем. Тебе надо согреться. Вам помочь? Не надо. Спасибо вам. Зачем? Алиса, сделай, как я прошу. Не больно? Не переживай, сейчас все подниму. Видишь, ничего не разбилось. Слушай, а ты почему гуляешь одна так поздно? Не бойся, я не кусаюсь. Ну, пошли. Черт! Теперь у нас есть деньги. Ты меня обманула, чтобы их украсть. Разве так можно? Я тебе верила. Ты права. Так нельзя. Прости, это больше не повторится. Можно снять номер? Стоит 40 баксов. Сразу. Мне нужно ваше имя и адрес.
И будьте добры, документы. Мы очень спешили. В общем, я дома забыла. Ничего. Завтра разберемся. Спокойной ночи. Спасибо. Идем, Алиса. А он тебе поверил? Этого я не знаю. Но сегодня ты будешь спать в тепле. Ну-ка, давай мне куртку. Есть шоколадка? Дать тебе? Надо раздеться, все промокло насквозь. Развешу в ванной сушиться. Почему он меня не любил? Почему все время на меня злился? Я хотела, чтобы мы жили нормально. Я что-то не так сделала. Я плохо себя вела. Поэтому он всегда так злился. Я просто хотела жить, как все. Чтобы он любил меня. Почему нельзя просто жить? Не знаю. Ты ведь меня не оставишь. Обещай, что не уйдешь. Обещаю. Мы никогда не расстанемся. Никогда. Надо поспать. Я выключаю свет. Спокойной ночи. Thank you.
Андроид АК-700. Создан служить вам. Жду вас. Обнаружен сбой в моей программе. Обратитесь в ближайший центр поддержки Гиберланд.
Здравствуйте, Аманда. Коннор, рада тебя видеть. Поздравляю тебя, Коннор. Найти Девианта было очень непросто. И его допрос ты провел очень грамотно. Я очень тобой довольна, Коннор. Спасибо, Аманда. Мы попросили полицию отправить его к нам для исследования. Это даст нам ценную информацию. Допрос был очень непростым. Что ты думаешь о Девианте? После насилия со стороны хозяина андроид демонстрировал признаки посттравматического синдрома, как будто ему переписали программу. Этот лейтенант Андерсон был назначен вести дела о девиантах. Что ты о нем думаешь? Он явно не такой, как я предполагал. Но у меня пока недостаточно информации, чтобы составить мнение. К сожалению, нам придется с ним работать. Каким будет оптимальный подход? Пока у меня недостаточно данных о нем. Когда узнаю больше, смогу скорректировать свое поведение. Все больше андроидов демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Торопись, Коннор. Времени мало. Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. На тебя просто шел. Ты успокойся. Простите, в какое время обычно приходит лейтенант Андерс? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится ты до полудня. И ты со мной. Спасибо.
Рад вас видеть, лейтенант. О, господи. Хэнк! Иди-ка сюда! Мне на стол валится по 10 дел об андроидах каждый день. Раньше это были единичные случаи. Ну, какая-нибудь бабка потеряла горничную, вся такая хрень. Но теперь речь идет о нападениях и даже убийствах, как, например, вчера. Это уже касается не только Киберлайф. Это уголовное расследование, и надо что-то делать, пока мы не в полной жопе. Я поручаю тебе эти дела. Выясни, есть ли связь. Почему я? Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Да я ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Да все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими гребаными андроидами. Вот ты и спихиваешь на меня! Из Киберлайф прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип, будет твоим напарником. Нет уж нахрен! Не нужен мне напарник, уж особенно пластмассовый урод! Хэнк, давай-ка не испытывай мое терпение! Я тут старший по званию, и ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, ладно. Я сделаю вид, что не слышал, чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен! Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят. Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твое нытье. Либо иди работай, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом займусь. У меня нет уверенности, что лейтенант Андерсон наилучшая кандидатура для этого дела. Так! Еще не хватало, чтобы робот учил меня, что делать! А ну пошел вон отсюда! Хорошего дня, капитан!